Представьте на секундочку, что вам предстоит построить нечто большое и сложное. Город, деревню, может быть, просто большую постройку. Вы строите, работаете, но чувствуете, что уже не хочется. И вы не хотите заставлять себя. Вы пытаетесь строить, но не можете продолжать. Начинаете винить себя в лени и уходите в прокрастинацию. И думаете о том, что эмоционально выгорели. Вам такое знакомо? Привет, я Санж, и как и вы, я часто сталкиваюсь с падением мотивации на работу и строительство чего-то нового. Когда не было идей, я не мог найти силы продолжить и уходил в тотальную лень. А потом кое-как через силу заставлял себе закончить. И касается это не только построек в Майнкрафте, а и других видов различного творчества в реальной жизни тоже. И сегодня, как человек, который старается бороться с потерей желания, пусть не всегда успешно, расскажу вам 9 способов поддержать мотивацию к строительству. И не только в игре Майнкрафт. Друзья, по секрету скажу, что у меня есть также соцсети, а также вы можете меня поддержать. Все ссылки находятся в описании. Ладно, не буду вас отвлекать. Первое. Проанализируйте задачу. Вам наверняка сложно даются непонятные и порой абстрактные задачи. Если у вас не будет получаться сделать первые шаги, то не получится реализовать вашу идею. Постарайтесь четко определить этапы, цели и задачи строительства вашего творения. Не ставьте в голове цель построить музей. Продумайте стиль, найдите вдохновение. В этом всегда помогут похожие постройки от других людей. Если вы строите, например, музей, то посмотрите, как выглядят музеи в реальной жизни. Посмотрите фото или видео других людей, строящих музеи в Майнкрафте. Это толкнет вас на представление и план вашей постройки. Также важно определить этапы. Например, построить сначала пол и фундамент, затем стены, затем крышу, затем декорации экстерьера и далее интерьер. Поверьте, четкий план и порядок выполнения работы многократно повысит ваше желание ее выполнить. А далее все пойдет уже по инерции. Второе. Переключайтесь. Совет, которым я чаще всего пользуюсь. Если вы теряете мотивацию и желание делать нечто одно, отличной идеей будет переключиться на другое. При строительстве вашего города одно большое и нудное здание может быстро надоесть. В таком случае вы можете перейти к какому-нибудь другому, совершенно отличающемуся. Оно пойдет куда быстрее. Не стоит начинать строить слишком много, чтобы не перегружать себя. Около 2 или 3 одновременно строящихся зданий – вполне отличное решение. Строительство одного здания будет ощущаться как отдых от строительства другого, особенно если вы его сами очень хотите видеть у себя в городе. Третье. Найдите помощника. Строить город в одиночку – это непосильная ноша. Вы быстро потеряете силы, так что вам просто необходим некто, кто мог бы вам помочь с проектом. Лучше всего, конечно, ваш друг или знакомый, если он, конечно, играет в Майнкрафт и хочет помочь вам. Он может просто подбодрить вас и взглянуть на ваши постройки. Казалось бы, такая бесполезная помощь на самом деле очень хорошо поднимет ваш дух и желание продолжать работать. Это может позволить не каждый, но если вы можете, стоит хотя бы рассказать о своих успехах и занятиях друзьям и знакомым. Это тоже поможет вам чувствовать свою работу нужной и важной. Четвертое. Установите сроки. Дедлайны на самом деле неплохой мотиватор. Конечно, многие смогут со мной поспорить, потому что обычно дедлайны ассоциируются с их невыполнением. А также обычно это приводит к обратному эффекту. Стоит попробовать установить дедлайн на более растяжимую дату. Вместо «я обязан закончить до 15 июня в 21:00» вы можете сказать себе «я должен закончить на следующей неделе» или «в ближайшие 3 дня». Такая стратегия поможет избежать напряжения и стресса, даже если вы не успеваете. Она мне неплохо помогла во многих случаях. Пятое. Не берите на себя слишком много. Возможно, вы заметите, что это немного противоречит совету номер 2, но нет. Во время работы старайтесь избегать мысли о том, как же много вам еще осталось, и о том, что вы еще ничего не сделали. Старайтесь думать о своем темпе, как о чем-то своевременном и естественном. То же самое касается и объема работы. Не перегружайте себя из-за желания быстро получить результат. Лучше дольше, но качественнее. Не перегружайтесь и не накручивайте себя. Шестое. Не сравнивайте себя с другими. Многие из вас это знают, но не всегда делают. Раньше я тоже был к этому склонен, особенно смотря на количество подписчиков и несоразмерные старания, как я думал. Просто помните, что одинаковых людей не бывает, у каждого разные темпы, разный образ работы, разные цели и возможности. Не смотрите на большие и громоздкие постройки с завистью и чувством несправедливости. Смотрите на это как на источник возможного вдохновения на ваше творчество. Ведь творчество, чем и является строительство в Майнкрафте, нельзя сравнивать. Ведь кому как не вам в первую очередь нужна ваша же постройка. И главное, не реагируйте на неконструктивную критику и глупые попытки прикопаться. Они только все усугубляют. Седьмое. Разнообразьте процесс. Надоело строить? Может быть, процесс пойдет быстрее, если включить музыку? Иногда этот прием отлично помогает. Попробуйте включить музыку в наушниках, видео на фоне или нечто другое вам приятное. Таким
Такие мелочи смогут сделать долгий и скучный процесс интереснее, а также вдохновят вас на продолжение дела. Многие мои большие постройки тоже строились под какую-нибудь музыку. Главное не отвлекаться сильно от самого процесса строительства, а то ничего не получится. Восьмое. Хвалите себя. Подумайте о том, что вы начали с чистого листа, а уже сейчас смогли сделать нечто красивое и достойное. Сама похвала стимулирует вас идти дальше для достижения большего прогресса, которым вы могли бы гордиться. Не недооценивайте себя и свои творения, и вспоминайте про то, что вы уже смогли начать творить прекрасное. Также поможет чаще думать о конечном результате. Подумайте о том, как вы покажете эту постройку кому-нибудь, о том, как вы будете смотреть на нее, и она будет радовать ваш глаз. Девятое. Отдыхайте. И под конец, казалось бы, нечто простое, но оттого очень эффективное. Если вам не помогает ничего из ранее сказанного, выйдите из мира. Оставьте телефон дома. Выкиньте все неприятные вам мысли. Выйдите на улицу. Пройдитесь. Посмотрите на природу. Подумайте о чем-то приятном и желанном. Капелька оптимизма и отдыха от монотонного процесса возведения вашего творения никогда не помешает. Хорошо отдохнув и отвлекшись от всех простых забот и стрессов, вы сможете с новыми силами вернуться к реализации вашей идеи. Отдых всегда нужен. Это были все мои лучшие советы вам. Помните, что Майнкрафт — это в первую очередь видеоигра, которая призвана доставлять удовольствие от игры, а не превращать саму игру в рабский труд. Относитесь к подобному проще. Не бойтесь экспериментировать с вашей постройкой и делайте то, к чему у вас лежит душа. Знаете ли вы еще похожие методики мотивации? Напишите о них в комментариях. Друзья, с вами был я, Санж. Помните, у вас всегда все получится. Благодаря мне и всем ютуберам, которые тоже снимают постройки. Друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, а также не забывайте поддерживать меня деньгами. Спасибо за просмотр и до следующего ролика.